Всем привет, друзья, с вами Андрей Хорев. Всем привет, с вами Максим. Итак, мы решили для вас записать новую рубрику. Не знаем еще, как ее назовем, там уже поимпровизируем. Суть такого ролика, что мне Максим будет собирать драфт. То есть я открываю сам драфт, и Максим будет называть любое число от 1 до 5, и мы уже под его указание будем выбирать определенные и позиции, и схемы, и игроков. Итак, да, Максим не видит, демонстрация выключена, поэтому давайте. Итак, схема, Максим, от 1 до 5. Давай 4. 4. И это схема 4-5-1, вторая. Ну, я скажу так, неплохая даже. Итак, кто будет капитаном? Давай. Да. Два. Два. И это голкипер Серджио Рико из Севильи. Итак, выбирай любую позицию, какую ты хочешь. Давай нападающий центральный. Так, нападающий центральный. И давай. Пять. И это Миши Бачуаи. Говори любую. Давай. Кого? Давай защитник центральный. Правый или левый? Левый. Итак, левый центральный защитник. Давай. Четыре. Я очень хотел третьего. Тут была икона Бланка. Но тут нам выпадает Ведран Чорлука. Вот, нафиг тебе там эти иконы. Давай. Так, давай тогда правого центрального. Так, правый центральный защитник. Один. И это Стефан Де Врай, вот этот защитник центральный из Интера. Так, пока что, естественно, химии будет здесь ноль, но потом вот я могу из резерва, из запаса собирать что-то, попробовать, так что по максималочкам попробуем что-то сделать. Не обещаю стопроцентный. Итак, давай следующую позицию. Правый защитник. Так, правый защитник. Прошу. Три. Три. И это Дэниел Карвахаль. Ну да, если был бы нормальный центральный защитник из Испании, была бы Линочка хорошая. Так, левый защитник. Решил по обороне пройтись. Прошу. Пять. Это Алекс Телис из Португалии. Порту, бразилец. Так. Давай полузащитников начнем. Их тут три. Левый, правый и центральный. Давай центральный. Так, центральный. Ну, неплохо. Четыре. Алессандро Флоренци. У меня есть Линочка с Девраем, и Флоренци идет. Вот, видишь, как хорошо. Давай правого. Правого полузащитника или правого центрального защитника? Правого полузащитника. Хорошо. Пожалуйста. Так, пять. Так, номер пять. И это из Ливерпуля Оксли Чемберлейн. Тоже связочка есть с Бачуаи, он из Челси у меня здесь выпал. Так, дальше что у нас идет? Левый полузащитник. Левый полузащитник. Пожалуйста. Четыре. И это икона Тьерри Анри, 87. О, как хорошо. Мне бы здесь бы любой бы игрок подошел, кроме первого. Тут были все из АПЛ такие хорошие. Итак, Максим нам тащит икону, и остается два полузащитника, левый и правый. Да. Правый. Правый центральный полузащитник, и это... Так, выбирай. Один. Андер Эррера. Прям вот АПЛ-ку собираем, и ты знаешь, какую ты линку сделал?
На правом фланге защиты Дэниел Карвахаль, испанец. Тут идет линка с Эррерой и на АПЛ выходит. Интересно так, я бы даже бы так бы не додумался. Итак, ну и остается последний игрок в основном составе. И выбирай. 5. Ну, не этого я вообще хотел, но это Мюйте из Франции, из Бордо. Итак, пока что рейтинг 84, а химия 67. Но давайте пройдемся здесь, получается... 2, 4, 6, 7. И получается у нас здесь 12 игроков осталось. Давай. Резерв. Ой, запас мы выбираем. 5. О, это самый низкий здесь игрок. Это правозащитник Свенсон из АЗ Алкмар. Так, второй запасной. Ну, пусть будет 2. Опять какой-то бич с рейтингом 81. Вратарь Мафьё из Браги. Третий запасной. Лерой Сане. Но здесь был и Гаррет Бейл 91. Итак, запасной номер 4. 5. Корона из Порта. Пятый запасной. 5. Это Бертранд. Я сейчас попробую. Хотя тут даже без разницы, наверное, будет. Просто попробуем. 7. Сейчас, секундочку. Да, тут вообще без разницы, так что. Итак, давай, шестой запасной. Сейчас бы хотел сказать 6, но второй 4. Джонатан Вейра вообще мне тут ни в какие ворота, но... Сейчас проверим. Ага, с ним линочка не идет. А если мы вот так? Ну, тоже как-то не особо, поэтому... Без разницы. Итак, седьмой, последний запасной. Один. Карлос Велла. Просто топовый был раньше игрок. Итак, осталось 5 последних резервных игроков. Пять. Кевин Кампель из Лейпцига. Итак, второй, давай. Три. Стефан Эль-Шаарави из Ромы. Третий резервист. Четыре. Это Муслера из Галатасарая. Итак, получается, четвертый резервист. 5. Пазуэлла, испанец из Брюгге. Ну и давай последнего мне резервиста. 3. Басселли какой-то, аргентинец с рейтингом 88, тот. Так что... ну я тут... Походу так смотрел, что вообще состав вряд ли чем-то можно подкорректировать. Если только вот так попробовать, и то это не факт. Да, вообще без разницы, так что мы лучше его поставим. Итак, ну, давайте 2 минутки, даже меньше минуты мне хватит. Вот так. Это сюда. И вот так вот. Все, больше здесь я вообще ничего не сделаю. И давай, Максим, тренера мне. А 4. Итак, Максим, ты мне собрал драфт с рейтингом 83, химия 67. Общий рейтинг 150. 13 лиг. Больше всего из АПЛ-ки было.
21 клуб больше всего из Ромы. 14 наций больше всего испанцев было. Атака 84, полузащита 83, защита 83. Трое лучших игроков это Анри, Басселли, вот этот какой-то вообще ноунейм из, из Аргентины, и Флоренце. Ну что ж, друзья, давайте скажем большое спасибо Максиму. Переходим на его страницу ВКонтакте, подписываемся, а также не забываем подписываться на наш канал. Теперь мы будем добивать цифру 100. Так что всем спасибо большое, друзья, за просмотр. С вами был Андрей. И Максим. Всем пока. Всем пока, друзья.